Итак, сегодня 6 июня, выхожу второй день подряд. 5 июня рыбалка была, ну, в общем-то, плохая, кроме пойманной щуки ничего не было. Сегодня хочу повторить, может быть, что-то поймаю. Проблема в чем? Вчера была абсолютно безветренная погода, сегодня ветра нету, но где-то часов 6 утра должен начаться ветер. Если начнется ветер, может быть, тогда щука выйдет на охоту. Ну вот, практически все. Все остальное повторяется, как говорится. Будем смотреть опять, что будет. Все, ждем результата. Итак, я приобрел две приманки и уже забыл о них зимой. Вот это новые приманочки Куасама. Попробую сегодня на них половить. Может быть, на них что-то будет идти. Потому что так, конечно, рыба пока не работает. Но вот это, мне кажется, две приманки, которые должны сработать сегодня. А может, вообще никогда не сработают. Бог их знает. Но они очень похожи на мою убойную Джонсон, которая ловит всегда, везде и повсюду. Но вот не знаю, будет ли она работать, вот эти две. Сейчас начнем экспериментировать. Место старое. Приехала на него, потому что здесь хоть что-то ловишь, одну штучку всегда поймать можно. Ну вот видите, погода. Просто прелесть. Но ветер должен начаться, должен. Итак, прошло 5 минут, как я сюда подъехал. Рыба успокоилась. Итак, делаем первый заброс. Ух ты, там была рыба. Опять я ее испугал. Ну что ж ты будешь делать? Посмотрим. Но я туда и кидал, потому что я знал, что там сидит рыба. Я видел всплеск. Ну посмотрим сейчас. Попробуем выцегнить ее. Еще разок. О, видите, второй раз прыгнула. Ну маленькая совсем рыбка какая-то, непонятно. Может быть, даже это не щука. Цапля на камне сидит. Что она там делает? Странно. Итак, заплыл в самое болото. Может быть, здесь что-то есть? Так, вода здесь уже 16 с лишним. Ну, по идее, вот здесь должно что-то быть. Сейчас попробуем что-нибудь выловить. Или тоже ничего. Глубина 90 сантиметров. Реально какое-то болотце. Но очень тоже красиво все. Вода прозрачная. Все видно. Рыбы только не видно. Вон на линь поплыл. Ой, линь, вот он, видите, линь. Линь идет. Хорошенький линь. Где-то грамм 700. Хороший линь. Как его поймать-то? Его не поймаешь. Поплыл. О, хороший линь какой. Надо же. Да, обидно. Ну что, есть щеренок. Есть щереночек. Так. Фух. Наконец-то. Главное, со второго раза взял, гад. Не, ну, ребята, такую, хоть она... Не, сейчас я ее возьму, а потом отпущу. А то как ее отпустишь, потом останешься вообще без рыбы. А так хоть что-то есть. Главное, взял со второго раза. Паразит.
Так, сейчас мы его решим вопрос. Пока пусть лежит, а потом поймаем крупную и его отпустим. Так. Опа. Потому что если сейчас его отпущу, останусь точно сегодня без рыбы. А так пусть будет, а потом отпустим. Все. Хоть один есть. Ну вот, первый щуренок есть. Ну, как говорится, дай бог, может, не последний. Грамм 800, не больше. Вот такой. Блин, ну как рыбалка тяжело идет. Только вот мелкий еще работает, а крупный даже не выходит. На очередное место пришел. Вот смотрите, камни одни. Глубина 90 сантиметров, может, меньше. Уже все места пробую, где только не ловилось. В Финляндии вот здесь десятки мест, 20-30 мест можно найти, где определенная рыба ловилась. Там ясь, судак, щука, окунь и так далее. Но вот ничего не понимаю, уже все места перепробовал. Опять на очередной, прошлогодний или бог знает какой. Вот видите, глубина какая. Вот, здесь, я думаю, сантиметров 20. То есть катер уже может зацепиться. Но рискую, потому что надо что-то делать, как-то поймать кого-то. В общем, не знаю, какая-то ерунда, не рыбалка. Вот чуть на камень не наехал. Видите, как спрятан камень. Вот так едешь, бубух есть. Бубух есть. Тут только глаза в оба. Расширяешь их, как филин. И следишь, куда бы не наехать. Вот на очередное место еду. Камыша очень мало что-то в этом году. То его бывает очень много, не нужно. То теперь очень мало камыша. Вот может здесь очередное новое место в этом году. Посмотрим. Кошмар какой-то с этой рыбалкой. Ну, что ты будешь делать? Никак не выйти на уровень. Ну вот как здесь не должно быть щуки? Ну должна быть-то. Сейчас буду кидать опять 2 часа, ничего не будет. Ну вот я не знаю, рыбы полно. Температура 17 градусов. Ну это просто для щуки сказка. А рыбы нет. Что за ерунда? Ну вот опять на очередное новое место приехал. Вот видите, гряда каменная опять. Ну лет 5 назад здесь что-то еще брали. Потом мы сюда не ездили, никто. Ну вот попробуем, может, сегодня. А вдруг она сюда перешла, рыба? Потому что так, конечно, вообще поклевок нету. Ничего нету. А столько мест уже обошел, что не знаю. Да. Видимо, тоже не особо. Температура воды уже 17,6. Практически 18 градусов. Это самая-самая ходовая температура для щуки. Самая. Вот так, куда-то сюда кидать надо. Где она вся спряталась? Непонятно. Температура воды уже 18,3 градуса. Ветра никакого нет, как они обещали. Ничего нету. Поклевок нету. Странно.
как будто в Балтике рыба вымерла. Но потом сегодня, может, кто-нибудь вышел на рыбалку, узнаю хоть, кто-нибудь что-нибудь поймал вообще-то. Я вот только шнурок поймал, ушел от нуля, и все. И ни одной поклевки. Итак, 6 июня, рыбалку закончил. Щуку, которую поймал, думал, что я снимаю на видео, как я отпускаю, я ее отпустил. А оказывается, я сделал фотографию ее. Потому что уже все, так устал, что весь запутался. Короче, поклевок нету, ничего нету. Валю домой. Провались оно все пропадом, эта рыбалка. Теперь не знаю, когда пойду, очень как бы тяжело рыбачить, если поклевок нет. Все, капитан ближнего плавания, все, закончил. Пока. Отбой.